Уважаемые должностные лица посольства иностранных государств России, главы государств мира, я обращаюсь к вам о нарушениях прав человека в России, властями России, газовыми пытками, которые запрещены международным сообществом. Мы проводим акцию по защите прав человека в России. Поддержите нас, пожалуйста. Мы живем в буферной зоне. Это 8-километровая санитарно-защитная зона Астраханского газового комплекса. Ночами нас поднимают газом, травят газом. Мы уведомили всех власти, Газпром, но нас не слышат и не слушают. Просим помочь нам. Пожалуйста, обратитесь к президенту Российской Федерации, уважаемому Владимиру Владимировичу Путину, чтобы на него подействовать так, чтобы прекратили переселить нас из буферной зоны. Люди возмущены, все люди подтвердят загазованность, которая скрывается властями. Уважаемые граждане, газом травят вас. Да. Трогайте. Пакетики журнальные.